Девчонки, привет. Нагулялись. Зоренька в поле вышла. Второй день. Вылечили. Вот она наша. Люциюшка поправилась. Поставили ей витамины. Хоть немножечко стала поправляться. Вот. И тишина. Как это собаки сегодня не лают? Давайте, давайте, девочки. Так, проходим, проходим. Бычочек встречает, уже понюхал всех. Да, матрос? Красавец. Курей мы загнали, чтобы не мешали. Люциюшка пить захотела. И на цепь, и на цепь. Сейчас будем доиться. Потом их выпустим на улицу. И будут гулять. Люция, заходи. Давай, пошли доиться, пошли. Давай, ты что, не наелась? В поле нету, что ли, там травы? Иди, иди, иди. Вот, молодец. Вот, молодец какая. Вот они, девчушечки наши. Чистенькие красавицы. Смотри. Давай. Сюда. Сюда, так. Ну, что ты? Вот. Как будто так и должно быть. Да. Молодец, Люция. Зоря. О, Зоря начинает разбивать свои комки, отечность. Работает коровушка. Елочка у нас ждет молочко. Молодцы. Как эта лапка сегодня не мычала? Жарко их. Жарко. Пей, пей, Зоренька, пей. Елка. Таня, хоть выросла? Выросла, конечно. Бычок, что дрыгнуть? Бычок у нас тут, как всегда. Женя им чистит ему. Ты чё? Я же умылась не накрашенная. Вот наша Хрюшечка. Стала поправляться немножко. Хрю-хрю. Но это потом я вам расскажу. Как покажу, как выросли наши поросята. Так, и куда ты собрался? Такой здоровый стал. Ой, хороший бычок. Так, Женя пошел за кормами. Ой, ой, как они любят кушать, как они любят. Риченька. Так, вот так это все происходит. И вот так кушаем. Мы кушаем дробленка, корма смесь. Так. Видите? Вот это ведро ест наша Люция, которая самая худая. Это лапка. Это Зорька. Видите, как бы полное ведро, а худющее. Говорят, что молочные коровы всегда худые. Ну вот у нас Зорька, она чуть-чуть поправилась. Она потолще, она молочная корова. А вот Люция у нас вот эта вот, она тоже как бы молочная, но вот худющая почему-то. Ну вот сейчас проглистовали ее и поставили витамины. Посмотрим, что будет дальше. Ну все, мы будем доить. Всем пока.